Библиотека. О чем вы думаете, когда слышите это слово? О книгах? О приятной и тихой атмосфере? Или, может быть, о людях, которые из огромного разнообразия пестрых книг помогают выбрать ту, единственную, которая понравится именно вам? А может, вы вспоминаете запах книг или шуршание страниц? Наша городская библиотека номер один была открыта более 50 лет назад, когда в основном завершилось строительство микрорайона машиностроителей квартал 50 лет октября. На сегодняшний день мы сотрудничаем со школами, садами, подростковым клубом, техникумом. Гостеприимно распахнула двери библиотека и для четырех клубов, один из которых для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наша библиотека – это книжные выставки самой разнообразной тематики, возможность взять книги домой, самые свежие новости, самое увлекательное чтение на досуге, обширные и разнообразные сведения по краеведению. К услугам наших посетителей – энциклопедии, большие и маленькие, словари, толстые и тонкие, справочники с картинками и без них. И, конечно, многообразие различных книг. Перелистывая страницы книги, человек начинает осмысливать, какая информация ему нужна. Понравившуюся книгу забирает на дом, где в спокойной обстановке прочитывает, затем перечитывает особенно понравившиеся моменты заново, переживая за судьбу героев своей книги. После прочтения сюда возвращается затем, чтобы поделиться своим мнением о прочитанном с библиотекарем и окружающими. Чтение придает уверенности. Когда в разговоре мы демонстрируем глубокое знание того или иного предмета, то невольно ведем себя более уверенно и собрано. Чтение делает нас творческими людьми. Читая произведения, мы сможем оттуда взять массу идей, которые впоследствии воплотим в жизнь. Чтение тренирует память и логику. Также чтение способствует развитию объективности и способности принимать взвешенные решения.